Всем привет, с вами Нуран Нульбер, и сегодня я вам расскажу, как скачать PS Touch на Android 10. Все вы знаете приложение PS Touch, это очень крутое приложение, с помощью которого можно делать превью. И сегодня я вам расскажу, как скачать на Android 10. PS Touch само работает на Android 9 и на Android 9, на 11. Если вы с Android 10 зайдете с оригинального PS Touch, вас просто выкинет из приложения. И вот несколько дней назад я сам хотел скачать PS Touch, и вот нашел решение. Сейчас я в ссылке, в описании будет ссылка на этот PS Touch. А сейчас я вам покажу, как скачать PS Touch. Вот у нас есть этот файл, и мы сначала нажимаем скачать. После этого выбираем аккаунты, на котором мы можем скачать. И после этого нажимаем установщик пакетов. И ждем. У меня, понятно, скачан этот файл, а вам нужно подождать немножечко. А я обрежу, потому что у меня скачан. И вот, ребята, у нас скачано это приложение. После этого мы нажимаем на установить. То есть мы нажимаем на этот. И у нас тут PS Touch SSM. Мы нажимаем установить. Вот. Вот. Нажимаем. Ждем. И вот у нас приложение установлено. И вот так вот, ребята. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Нуран Нульбер. Всем удачи и всем пока.